В рамках реализации плана мероприятий «Занятость на селе» в агропромышленных зонах Вилюйской группы районов выездная рабочая группа начала свою работу. Во Дворце культуры «Кыталык» была организована выездная ярмарка вакансий в Нюрбинском районе, где приняли участие 6 предприятий-работодателей. Среди тех, кто искал место работы, было более чем 30 граждан. Кроме этого, активное участие приняли учащиеся старших классов, студенты Нюрбинского колледжа и молодежь. Для старшеклассников и для студентов колледжа были проведены профориентационные мероприятия и семинар по технологии поиска работы. Кроме этого, значит, будут проводиться психологические тесты. И в рамках работы мы в эти дни хотим охватить и тех, кто вернулся, участников со специальной военной операции, да, и помогать будем членам их семей. Ну и хочу сказать о населению, да, вот Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского вуза, что в преддверии Дня защиты детей мы также будем рассматривать занятость детей. Поэтому родители, заинтересованные в трудоустройстве своих детей, могут подходить в эти ярмарки, которые проходят в этих вузах.